Всем привет! Сегодня у нас обзор на новую сердцеедку. Сори, ну не знаю, улыбнул этот новый образ. К чему там Чупа-Чупс, я так и не понял. Ладно, там у нас появились бейсболисты, квотербеки и прочие, которые шариками даже не бросаются. А тут, блин, именно Чупа-Чупс. Ну не знаю, видимо, у кого-то фантазия заиграла у китайцев. Так, ну давайте сначала посмотрим на образ в действии. Ну, как бы ничего не поменялось. Чупа-чупсы не летят, скажем так. Так, давайте еще посмотрим разок. Дайте кого-то уже без стрелка, ну. Одних топов со стрелками дают. Ну, нормально. Ну, ракеты как и летели раньше, так и летят. Понятно все. Ну, теперь давайте поговорим о герое. Так, ну что, 10-е умение. В течение 4 секунд каждые 0,3 секунды наносит 200 урона по двум ближайшим вражеским целям. При этом уменьшает их энергию на 20. Также восстанавливает себе здоровье в размере равном 40% от атаки кулдаун. 4 секунды. Имеет иммунитет к оглушению и страху. Критический от атаки, в том числе от умения, наносят 2,5 раза больше урона. Ну, герой очень крутой дамагер. Давайте посмотрим на его статы. Как видите, по жизни не очень, то есть он будет очень быстро проседать, сам себя убивать, если попадет на отражение. По атаке герой хорош, особенно когда критует. Он у меня собран на урон, вроде как бы со созвездиями в чарах стоит победный выпад, плюс 25%, это для нее топчик. Также можно поставить, универсальным будет и доспех. Также можно передачу энергии поставить, которая будет еще дополнительно уменьшать атаку цели, занижать, ну, ослепляющий можно, проклятые пори, но я вам показал такие самые топовые. Это вот доспех, чтобы жизнь увеличить, также победный выпад для увеличения атаки. По созвездиям я ее практически не играю, поэтому она мне собрана в разброс. Уклонение, там атака, крит, это уже каждый сам себе выбирает. Сейчас я вам покажу еще один нюансик героя. Так, у нее крит урон 10 тысяч, поэтому ей со созвездиями крит урон не надо. Можно поставить крит удар, то есть шанс крита, чтобы выше был. Это да, но крит урона у нее и так с головой хватает. Там многие говорят, надо ставить ей гнев. Не надо ей гнев, у нее и так крита дофига. Точность тоже особо ей не нужна. Этих ракет летит очень много. Забор энергии хорошо, то есть она будет вам помогать там в определенных локациях, таких как там гильдейский босс, которого бьют некоторые с забором энергии. На волнах она себя неплохо показывает. Также в подземках радиус атаки очень большой. Что по талантам можно ставить? Ну, у меня есть ремочная, также можно для максимального дамага Бог войны, я на нее сделаю отдельный обзор. Также можно ставить сюда бастион. В принципе, это все. Это самые топовые для нее. Многие говорят, ставить разброс. Нету смысла разброс ставить. У нее и так есть встроенный, скажем так, разброс. По рунам индивидуально и по топорам уже зависит, по артефактам, в зависимости от локации, где вы хотите ее применять. Так, ну, в принципе, я вам так в основном все рассказал.
где я ее применяю у себя. У меня она стоит в забытой битве. Так как она не станется, она может сразу же ультануть и поснимать вражеских героев энергию. В PvP-локациях я ее там, такие как форты, я не использую, жизни мало, она очень быстро убивается. Вы можете ее использовать, как я и говорил, даже в рейдах для фарма золота. Также многие используют ее в подземках, помогает, но есть также минус, она не дает такви разогнаться, потому что очень быстро разносит здание. Так, на угольной армии некоторые используют тоже, в принципе, она тоже неплохо себя там показывает, так как она дальний, герои не успевают даже подойти, она их разряжает. Ну, в принципе, все, это такие основные локации, я о них сказал. На арене смысла ее использовать тоже нет, по жизни она, конечно, слабенькая. Так. По питомцам тут уже тоже все зависит от того, кто что себе хочет, тот и ставит. То есть все зависит от локации, где вы будете применять этого героя. В дефе ее использовать на битве гильдии как бы смысла нет. Опять же, она умирает очень слабенько. Это не танкующий герой, это чисто герой атаки. Там, если в пачке забытой она будет вместе с Аресом, там и с прочими героями с забором энергии, там с блокировками, она просто офигенно раздаст сама пачку. Так, давайте я вам сейчас так покажу, как она на подземках действует. Ну, обычные пойдем. Понубим немного. Так, смотрим. Ну вот, она бьет, она себя сама восстанавливает, это тоже большой плюс. Но жизни, конечно, маловато. Есть вариант просто наролить ей созвездиями ХП. Также можно, если вы хотите ее использовать, ее используют вместо Вольта на Архидемоне, у которого урон по зоне. И там есть приспешники, у него выходят. Туда можно ставить, только нужно прокачать крит сопротивления, чтобы не критовали. Она будет хорошо все разносить. Тоже как вариант для бездонатных. Именно такая сборка. Ну, в принципе, все. Также ей ставят замедление на архидемона. Ну, это уже каждый сам себе выбирает, что он хочет. Так, ну давайте какую-то подземочку. Кошмарка. Давайте жестокую, а то что-то я вообще... Ну, тут, конечно, она сейчас не выживет. Хотя... Отхила у нее... Не потащит она. Можно ей в пару ворожей кинуть. И Афину попробовать. Давайте еще Анубиса, чтобы он порезал им атаку. Ну, как видите, вот в такой сборке они... справляется. Вот радиус атаки у нее не маленький. Ну тут еще плюс Афина у меня, конечно же, бьет. Ну, неплохо. Вот сейчас второй месса подойдет. Вот вам без тыковки. Можно бегать, правда, надо иметь хорошо прокачанных героев топ. Вот так. То есть радиус атаки у нее приличный. Даже нет, такой же где-то примерно как и у Афины. Единственное то, что она будет очень быстро все. Ну, она летающий, то есть тыква может на заборе зависнуть, разогнаться. Это как вариант. Так, жестокое затащили. Идем к кошмарке, посмотрим. Давайте кошмарка 2-1. Правда, нас тут сейчас сольют. Начнем. Анубис, она и ворожай. Попробуем вот такой вот сборки. Так, сейчас мы, скорее всего, сольемся на... Да, видите, как начали проседать. Вот включилось отражение у разрухи. И начали герои проседать. Ну, в принципе... Затащим. То есть, герой очень хороший, но... не сильно универсальный, то есть жизни маловато все-таки. Урона немерено, а вот жизни хотелось бы побольше. Ну, плюс то, что она летающий и дальник. Это тоже очень большой плюс, особенно даже на подземках, на прохождениях.
как видите, Анубис там заборы долбит, а она уже прошла половину подземки, раздолбила. То есть критом сразу видно, что крит урон там получается в два раза выше, если крит, и плюс еще 2,5. Ну, то есть критом, если вылетает, он 220 тысяч, 300. Это ремочный вариант, 400 даже есть. Это уже под бафом выражая. Ну, у каждого она должна быть в алтаре. Даже если вы хотите, не хотите, с новыми этими, с новой локацией прокачки на 12 судьбы, думаю, скоро она появится тоже. Вот так вот, выражая этот, она всю, она практически 90% подземки прошла. То есть неплохо, неплохо она себя показывает на подземках. Так, в принципе, все. В забытой битве, кто смотрит регулярно мои фармы, те знают, что я ее тоже часто там использую. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, занимайтесь спортом. Всем пока, всем по сердцеедке, или как я ее называю, уже сосалка, потому что, ну, просто нет слов. Скины добавляют, но фантазия, я не знаю, куда у них уходит. Все, всем пока.